В Казанском федеральном университете был открыт проект «Цифровые кафедры», который направлен на получение цифровых компетенций в области создания алгоритмов и разработки программ для студентов профильных и непрофильных направлений. Важно отметить, что помимо теоретических знаний, которые студенты получат во время обучения, для ребят предусмотрена практика по всем направлениям в крупных компаниях-партнерах. Это вуз и институт. И можно получить онлайн образование именно полноценное, отдав этому 4 прекрасных года своей жизни, это уже вуз. И по окончанию, конечно же, специалист уже готовый получает диплом. И, кстати, диплом не отличается от того диплома, что получают студенты, которые учатся на традиционной программе. Всего было запущено 5 дополнительных программ профессиональной переподготовки. Они направлены на формирование компетенций в программировании, в разработке программного обеспечения и анализе данных. Цель еще этой программы, чтобы научить ребят работать в распределенных командах. То есть после ковидное общество и тем более в IT-компаниях, оно сейчас очень сильно изменилось, и культура работы, то есть очень многие люди работают удаленно, из дома, из других городов, в распределенных командах, и необходимы вот как раз-таки навыки сотрудников IT-компании, которые умеют работать с людьми, которые не в одной комнате сидят, не в одном офисе, которые работают в разных часовых поясах. И поэтому мы и сделали такой вот профиль, чтобы формировать еще вот такие навыки у наших выпускников. Пройти обучение могут только учащиеся Казанского федерального университета. Это студенты 3-го и 4-го курса бакалавриата всех направлений подготовки, 4-го и 5-го курса специалитета всех направлений подготовки, а также 1-го и 2-го курса магистратуры по направлениям, не относящиеся к IT-сфере. Студенты признаются, создание цифровой кафедры помогает получить вторую специальность. Поступить, потому что это, по моему мнению, один из ведущих вузов, который дает шикарное образование. Благодаря этой программе IT-компании региона получат более 500 специалистов, готовых к профессиональной работе в области разработки цифровых платформ. Отметим, что цифровые кафедры созданы более чем в 100 российских университетах, участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Аделина Абдрахманова, Универньюз.